конкурс зародился еще в прошлом году в рамках конференции «Андреевские чтения». Участниками в 2024 стали студенты бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, обучающиеся по педагогическому направлению и уже действующие педагоги, работающие в образовательных учреждениях Российской Федерации. Всего было представлено 23 проекта, которые предварительно прошли экспертизу. Следующим этапом как раз стала их защита перед членами экспертной комиссии, в числе которых преподаватели ведущих кафедр Института психологии и образования КФУ. Так как этот конкурс проекта второй год, то мы пока пользуемся разработками прошлого года, которые мы по-прежнему оттачиваем, так скажем. Да? И основным параметром, критерием оценивания является, конечно, значимость того, что делают в ходе проектной деятельности, какой продукт получают и насколько он востребован в системе образования. То есть, чтобы это было применимо, а не только было исследованием чисто научным, которое не имеет такую практическую ценность, практическую значимость. Наши магистранты, и не только магистранты, а те, кто участвует из других организаций образовательных, очень хорошо это поняли уже с прошлого года, и они делают очень интересные разработки, которые действительно применяют уже на практике. На конкурс принимались как уже выполненные проекты, так и те, что находятся на подготовительном этапе. Главным требованием было представление их в качестве педагогического продукта. Это могли быть сценарий психолога, педагогического тренинга, методическая разработка, цифровое приложение или что-то другое. Выступая с цифровым проектом формирования социально-коммуникативной компетенции будущего педагога на базе Telegram. На самом деле нужно понимать, что работа над цифровым инструментом — это всегда большой объем работы, начиная из каких-то анализов литературных источников, заканчивая написанием уже самим кодом для этого чат-бота. Нужно быть к этому готовым. На мой взгляд, у меня очень интересный проект, потому что это курсы повышения квалификации, финансовой грамотности для дошкольных работников. Очень много мы говорим о финансовой грамотности, о финансовой культуре уже с этого года, благодаря стратегии новой. Но всегда мы затрагиваем исключительно лишь педагогов общеобразовательных школ. И совсем забываем про кого? Про наших педагогов дошкольного образования. И для них мною была написана программа повышения квалификации. И в этом году она была запущена. Всего было представлено 6 номинаций. Лучший проект в дошкольном, среднем, высшем и дополнительном образовании, лучший воспитательный проект и лучший цифровой проект. Комиссия отметила такие работы, как конкурс «Лучший юный хендлер» через язык к ценностям, проект для детей с тяжелыми нарушениями речи «Балансируем вместе». Проект «Организация профилактической работы в образовательной среде посредством формирования культуры здоровья и сбережения» и «Киберспорт для детей». Их авторы заняли первые места. На втором и третьем месте расположились такие продукты, как веб-сайт, чат-бот, модель методического взаимодействия кадетских образовательных организаций Республики Татарстан и многие другие. Мы объявили поиск интересных педагогических проектов для того, чтобы стимулировать их продвижение, чтобы организовать обмен, чтобы эти проекты могли реализовываться в практике наших образовательных организаций Республики Татарстан. И в прошлом году первый раз мы провели конкурс, который решили сделать ежегодным. И в этом году мы уже сделали отдельное мероприятие. Этот конкурс педагогических проектов, мы объявили на него открытый прием заявок и получили 47 заявок от педагогов Республики Татарстан. По завершении конкурса победителям были выданы дипломы, позволяющие в дальнейшем участвовать в публикации в методическом пособии ИПО лучших педагогических проектов в образовательной сфере. Кристина Отекина, Аделина Абдрахманова, Универ Новости.